Обычно мы сидим с Андрюшей Шабариком на серьезном мероприятии. У нас сейчас будет семейный ужин. Это не хухры-мухры. Здесь мы решаем важные семейные вопросы. Да, Маль? Ты готова решить важные семейные вопросы? Я нашу делаете. Роза, ты готова? Кого будем сегодня расселять? Кого-то как расселим сегодня? Олечка Орлова, наша дорогая ведущая. И Иосиф Оганесянище. Саня, красотка наша. Рома, у него замечательный стиль. Покажи свой стиль. Покажи. Вообще, ты просто красавчик. Просто красавчик. Это называется иллюзия обмана. Все, друзья, вам желаем хорошего дня, хорошего настроения. Так, до шоу остается считанные минуты. Наш шведский стол. Шикуем брянское. Нормально? Кайфуешь? Жуешь, короче, колбаску, да, халявную? Правильно, правильно. Шоки, как ты? Нормально. Футболка просто козырная. Да, чисто стиль. Стиль. Сам сделал, кстати, сегодня, брат. О! Не, смотри, сам сделал, смотри. Реально? Сам, вот, видишь? Вообще. Я сегодня ее разорвал и пошел. Ну, это стильно, это стильно. Это стильно. Это нигерский стиль. В общем, готовимся скоро шоу. Свадьба на миллион. Будем выбирать уже наконец-то победителей. Кто вообще выиграет, да? Да. Какие твои прогнозы? Выиграет. Спасибо. Спасибо. Приятно. Приятно. До шоу остается совсем немного времени. Сидим, ждем, чаем, грустим. Да, Антох? Да. Антох. Виктория. Сидите рядом. Значит, все хорошо, да? Значит, все замечательно. Так, как дела? Заболела маленькая Роза. А ты заболел? Так, ладушки снимаем. Все слышали? Сань, ладушки. Приготовься на ладушки. Вот, будем сейчас хлопать. Молодец, красава. Юэс, готов? Ты готов на ладушки? Ты просто красавчик. Молодец. Братиш, какие у тебя планы на вечер? Ну смотри, обычно у меня очень красное лицо, и сейчас в планах у меня сделать так, чтобы лицо было еще более красным, чем оно есть, как это пойти в солярий, и чтобы вообще я был как помидор. Красава. Слушай, я думаю, на маникюр съездить тоже как бы надо, пока ты в солярии. Шугаринг, брат. Слушай, а девчонки, а вы в футбол поиграете? Фифу. Соньку, да. Давайте, девчонки. Все, давайте. Вот салон, братиш, вот прям здесь салон, пошли. Да, понятно. Друзья, история такая. У Майи сегодня день рождения. Ну, точнее, не сегодня, а завтра, понедельник. Но она очень любит, когда ее поздравляют ровно в 1:12. То есть сейчас, до ее день рождения, остается 2 минуты. И она сидит в комнате, пока я в душе, и ждет, пока я выйду и ее поздравлю. Предлагаю вам за этим понаблюдать, и я сниму это все в сторис. Ты что? Я не успею. У тебя же день рождения завтра. Нет. А во сколько ты родилась? Во сколько ты родилась? Ну, я тебя поздравляю. Поздравляю с твоим днем рождения. Желаю тебе любви, которая у тебя есть. Желаю тебе воплощения всех своих желаний, целей, успехов, чтобы твои 27, ну как 18, чтобы они прошли замечательно, и ты была счастлива, и мечты сбывались. Спасибо. Я тебя люблю. Да убери ты свой телефон. А плачешь-то почему? Потому что... Ты плачешь, потому что как бы на год старше стала, или потому что я тебя поздравил? Потому что я поздравил. Из-за этого надо плакать. Нет, я просто, это радость так. Плакать из-за чего, не могу понять. Плачешь из-за чего? Радость. Что еще девушке нужно для счастья?
чтобы наступил ее день рождения. Да. И все. Ура, у меня день рождения! Нет, ну кто-нибудь вообще может сказать, что мне завтра 27 исполняется? Я себя на 27 вообще не чувствую. Просто, мне кажется, я еще это... Маленькая девочка, лет 20 максимум. Ребятки, через неделю «Спаси свою любовь» будет трагедия. Короче, смотрите нас в 12:30 на ТНТ.